Всем привет. Сижу, вижу вечер. Вот такой вот полосик. Сижу, подписчиков просматриваю. Ну, я оставила только тех самых, которых вот смотрю, и все. А так невозможно всех смотреть, это можно шизануться. 70% отписалось, ведь, наверное. Оставила только самых таких, которых это смотрю. Просто человек физически, умственно невозможно, такой напряг. Поставил самых это. Некоторые там, как я говорю, по 5 секунд снимают. Да, так что я, ну, как вот сижу там, просматриваю иногда. Ну, вот такие вот. Я просто сейчас пока на паузу поставила. Сегодня, в общем, дел было очень много. Так, с утра, в общем, там и печку топила, протапливала. 2 раза сегодня печку протапливала. Вот грела, стирала, и купалась, и полы везде вымывала. Есть готовила посуду, мыла, холодильник размораживаю сейчас. Уже пора, настолько наморозился. Вот. С Эмилем брехал сегодня немножечко. Но не так сильно, так немного. Вот. Это... Ну, ничего такого, чисто так это. Бла-бла-бла, мелочи. Одежду раскидываешь, короче. Да так там, короче. Где твои носки, я по одному носку искал. Просто мелочи, короче. Вот. Он вообще не хочет ловить. Накупался. Ладно, болтай, короче, накупался, сегодня напарился, короче. Вот. А ополаскивалась это... Прям считаю, что холодной водой печка, потому что прям тут жарко как раз было. Я прям это наоборот искупалась, прям чуть ли прям горячий при горячей прям. А когда ополаскиваться, прям считаю, что прям холодный прям. Такая бодрость сразу выскочила, пошла стирать тут же. Побежала на коленях мыть полы, потом еще швабры везде под кроватями. Вот, ну, стирать я руками. Вот. Кстати, когда руками стираешь, вот такие вот ногтики. Правда, у меня лак уже облазит. Становится белый-белый. Но вот для кожи, конечно, к примеру, пальмиры, вот если стираешь, то, естественно... Ну, для кожи так... не очень полезно, короче. Ну да, я вот... Я даже об этом молчу. Я молчу об этом. У меня она сама по себе еще такая. Никакие крема ничего не помогают. Это как-то... Я не знаю, почему такое. Бархатными ручками. Нет, ничего мне не помогает. Никаких. Нет, бархатными ручками. Такая... Ты раньше мазал, они кожу натягивают. Натягивают, потом бац, перестал пользоваться. И все, кожу. Но это как мы, это как мышцы. Вот качаешь ты мышцы. Ну, они все больше натягиваются, все больше растут. А потом перестаешь качать, все, мышцы уже не то. Кожа вот около бицепсов, вот. Ты видел, как у меня растяжки. Кожа не то уже все становится. Если ты качаешь, все, надо качаться. Иначе потом будет вот такая вот ситуация. У меня хоть и слава богу, пока не сильно. А ты сколько мазал с этими бархатными ручками? Тоже очень много. Выходил сегодня на огород, там убирал это, как ее... Да так чуть-чуть, там травует. Так. Мусор немножко потаскал, 4 метра отнесла. Это... А что это такое-то? Ну, полусонная. Вспоминаю, что там я относила. Это, этот, как его, рубероид какой-то старый лист, тяжелый, неподъемный, еле-еле отнесла. Вот. И так там 4 ведра посильно. 60 литров воды таскала. Короче, вот такой вот день. День такой, как объяснить. Понедельник день тяжелый. Это все, что я могу сказать. Да сериал смотрю иногда, клон подписчик смотрю, потом опять западаю. Клон включаешь. Эмиль уже.
А я, если что-то начинаю, то все, я уже это все обязательно хоть что-то смотреть, как такое это, расслабляться. Сил, ты же не лошадины. Это... Похудел килограмм на два или нет, вру, килограмм. Я могу 24/7 сидеть. Огурцы открываю, вот все меня, вот чтобы голод удалить, вот литровый бак огурцов открываю, штук 5 сигарю. Прям хрустящий вчера прям открыл. Вот сегодня 5-литровый банк открыл. Все стараюсь огурцами. Да я вот ем и не толстею. Имели вон макарон с кордо, как фигарицы с сисудрами. Но я сегодня тоже ела картошку. 24/7 перед компом сижу и ничего нормально. Ну ладно, почти 24/7, я так уж, почти. 10/7. Это точно. Часов 10 в день за компом. Я уже переживаю. Да ничего, нормально. Я то играю, то видео смотрю, то еще что-то на YouTube. Ну а я сегодня, наоборот, весь день как это, электрический веник. У меня сегодня как не сидит. Вот только сейчас я присела, то у меня уже это задница от этих уликов. Да нет, если бы сегодня насчет подработки позвонили бы. Так задниц нет еще последний. Если бы насчет подработки бы сегодня позвонили, то почему бы я за компом весь день не сидел? Ну я ничего, не, ну так получилось. Ну что не позвонили, что ничего. Ну если Бог даст, может. Ладно, пока. Ладно, всем здоровья.